Сейчас я буду подтягиваться 18 раз и передавать эту эстафету Рустаму Нургалиевичу Миниханову. Вот так, с легкой руки, а точнее с первых 18 подтягиваний главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова была запущена масштабная акция. Название говорит само за себя. Межнациональная зарядка 18.03.18. Выбор чемпионов. Сочетание цифр 18.03.18, конечно же, не случайно. Именно 18 марта в России выбирают президента страны, и цель этой эстафеты двойная. С одной стороны, привлечь молодежь на выборы, с другой – приобщить всех к здоровому образу жизни. За дело берутся губернаторы. Я перед собой сегодня ставлю задачу отразить 18 таких щелчков из 18. Рустам Миниханов принял такую эстафету с воодушевлением. К слову, отжимание стало одним из самых любимых упражнений россиян. Поддержать почин президента Татарстана решили и борцы, и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял вызов с радостью и показал отличную спортивную форму. Я подниму штангу 100 килограммов. 18 раз. И сумасшедшую силу духа. После такого выступления губернатор Санкт-Петербурга Григорий Полтавченко просто не мог, не имел морального права отсидеться в кресле большого начальника. Чтобы соответствовать коллеге из Чечни, ему пришлось задействовать баскетбольные навыки. После монтажа ролика получилось классно. Уважаемый Рамзан Ахматович, большое спасибо за приглашение. Я с удовольствием принял участие в этой замечательной эстафете. Ну и еще один, на мой взгляд, чемпион этой недели. Муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин наглядно продемонстрировал, что в здоровом теле здоровый дух. Ждем продолжения акции. Турникта тартылу эстафетаны хазартлары бізге тапшырамы.